Режим чрезвычайной ситуации, который действовал в Крыму последние полгода из-за энергетической блокады со стороны Украины, сегодня отменен. Распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов. Напомню, на прошлой неделе на полную мощность заработал энергомост с материковой частью России. Команду на подключение последней четвертой ветки в режиме видеоконференции дал Владимир Путин. Энергия теперь поступает на полуостров бесперебойно.